Здравствуйте, это снова я, это вторая серия под названием «Обновление и как мы играем в самп». В сампе. Итак, о, смотрите, у нас место проведения военной зовут как? Ну, я не знаю, где это находится, я же сам недавно так зарегистрировался. Ладно, пончик убежал. Ладно, и снова это мы, Егор Романов и Денис Голубков. Не смейтесь под его имя, потому что я сам буду смеяться. Даже не материть меня, Денис. Так. Ну, я не матерюсь. Да. Итак, мы сейчас снова покатаемся, и я вам хочу показать военную базу. Я еще не был, конечно, на военной базе, но надеюсь, там что-то обновленное есть. А, я вам покажу, типа, добавление карты. Я вам сейчас покажу. Давай, толстяк, быстрее. Блин, скутер едва едет от него. Ладно, едем. Вот тут вот едем сюда. Аккуратно, снимай. Ты снимай, снимай. Ну, это типа добавление карты. Ух ты. Вот это рыба. Надеюсь, это не на нас сейчас будет лететь все. Ладно, мы видим типа аэропорта. А где все? Это значит то небо, да, когда была обычная версия? Нет, обычная версия тут не было этого. Это просто обновление такое. Ну это типа маленькая деревушечка. Ну тут есть уже дома все заполнены. Потому что будет аккуратнее. Окей, с судом. Но это. Нет, к сожалению, у меня нет своего дома. Вот тут типа большой дом. Сейчас узнаем ник этого везунчика. Алексей Шевцов. Короче, ну я плохо знаю английский. Не смейтесь меня потом. Извините. Кто сейчас смеяться будет? У нас пока что на этом. Я до Дениса это скажу. Он сейчас смеется с меня. Натекайся, натекайся. Потом кулак морды. Ладно. Сейчас мы проедем по дороге. Там будет типа новое строительство дома. Надеюсь, рано или поздно все равно дом построят по обновлению. Потом, когда построят, мы вам покажем это по видео. Ждите. Ну, сейчас мы снова проезжаем. Да, кстати, сейчас это... Хотел рассказать, что мы... Видите, вот то, типа тоже обновление. Интересно, эти стеклышки можно разбивать? Нет, нельзя. Мы, кстати, это снимали недавно, несколько серий, но потом мы настолько это заигрались, что это... Не разрешено нам выложить его. К сожалению, это правда. Ну, сейчас мы вот вам показываем, типа, это строительство. Типа, строится, да? Да. Ну, надеюсь, он построится когда-нибудь. Есть такая, типа, банды, ну, организации, строители, стройрейс. Но они строят, ну, когда захочет, туда будут приходить и строить. Кстати, это в какой-то банде есть. Извините, техниполадки. Всё, уже нет. Банды? Да. Конечно, есть... Не, я говорю, ты в какой банде? А, не в какой. Но могу поехать и взять. Ну, конечно, у меня глюки, я стрелять не смогу. Но если перейти на ноутбук, да, глюк не будет, и все будет нормально. Ну, к сожалению, ноутбук... То напишите нам в комментариях, где лучше снимать, на компьютере или на ноутбуке. Да, напишите. Буду знать, где снимать мне видео. Какие нас снимаем, где-то 1000 серий, а потом один комментарий всего лишь на ноутбуке снимать. Ну, пожалуйста, пишите нам комментарии, если только вам хорошие. Не жалко. Если у вас, конечно, еще есть регистрация. Ладно. Так, сейчас мы поедем куда-то. Ну, сейчас я поедем в мэрию. Надеюсь, мы найдем этого нарушителя администратора, но мы уже ВКонтакте кинули на него жалобу и видео тоже. Ну, если его накажут, будет в лучшую сторону. Будут знать, как невинного уничтожать. Кика, точнее. Тут полно читеров, особенно есть такие моды. Сразу скачиваешь, входишь в игру, и ты сразу сам, ну, самый высший ранг, там, мэрии или ФБР, и можешь всех уволить. Это называется крыса. И вот это я больше всего ненавижу, когда у тебя 14 ранг, тебя увольняет крыса. Он, написано, идет набор в семью Веба.
Ангумаги, нам вступить в семью или нет? Не ладно, знаю, ты попробуем. Что-то. Сейчас напишем. Семья. Не что? Видео. Я снимаю видео. Примите его в семью, пожалуйста. Уже показал. Это о. Администрация. Чувачки. Чё они? Блин. Извините. Мать, типа зум такой. Так. Оп. Строй. Оп. Давай остановись, стой. А, мне показалось, что тебе пистолет дали. Нет, это ученый, наверное, пистолет. Напишу, что с ним снимать их тоже будем. Да чё, аж как что тоже семьи. Ну, типа, если нас не примут, я их оскорблю. Ха, да я пошутил, чувак. Ладно, ну что мне можешь сказать, особенно... Ну что, написал? Ну, братишка. А я тебя не знаю, чувак. Напишите, жирнов не берем. А, я там жопу это засунул. Извините за такое. А прикинь, короче, Максима это. Максим был такой грубый. А, да, Максим у нас так два раза толще, чем ОТ. Да, в два. Ну, давай, когда нас там примут-то, ёпт? Гнида! Это не я сделал, чувак. Это ОТ с автоматом. Ой, мой что? Ага, ну сейчас накихнут. Ну опять ты открыл эту хрень. Блин, подвинулся. Извините, техный палатки. Перестреливается. За семью, короче, сражается. Блин, сколько уже? Еще на 3 минуты осталось. 3 минуты? Ах ты гнида! Извините! Блин, выходи. Чувак, такой прикольный. Такой прикольный, нечего сказать. Кстати, это ж вторая часть, как вы могли уже понять по названию. Да. И пишите, и ставьте лайки, мы ждем. Хорошо снимаем. Да, снимаем отлично. Мы скачаем программу, которую снимем. Да, если наберем мы это, сколько наберем лайков. Давай 50 лайков наберем. Не знаю, за 2 месяца. Да, мы скачаем программу, будем снимать нормально. Скажи канал. Ой, а мне одну не показали. Чувак, неадекват. Итак, ну это видим. Кто я? Я реально говорю, ну что ж, дадим ему шанс. Дадим тебе шанс. Он был. Сейчас напишу, что мы только начали снимать. Ага. Если хочешь, можешь маме играть. А мы его будем снимать. Что написал? Не важно. Его. Улыбается.
15-го, как сложно показать, как мы снимаем его. Кстати, если кому-то интересно, мы снимаем с айфона 5-го. На тебе, гнида. Это, кстати, админам повезло, нам хочет присоединиться администратор. Ну, ладно, классно. Что мы будем сейчас показывать? Сейчас. Ну, с нами ходите там. Как думаешь, он охренеет, когда он узнает, что мы как так снимаем? А? Он охренеет, если он узнает, что мы так снимаем. Его мало кто людей губит. Он думает, что мы снимаем нормально. Конечно, захочет. Сейчас прямая трансляция. Я ж пошутил. Ладно. Сейчас он... Знаешь, как можно назвать это? Погнали. Прямая трансляция пиара сервера. Это ж админ, о чем он ездит на такой фигне? Я не знаю. Дурит нас? Гнидяра! О! Извини, Тёма, я не хотел. Ох, тебе по ушам настучит, когда услышит это. Извините, дядюшка! Ладно. Сейчас он показывает, где есть нового чего. Уже деньги увеличились. Что написать? А, ему еще не дали администрацию. Ну, пожелаем ему... успеха. Да, успеха и желания, и хорошего прославления. Да, давай еще 2 минуты, да, заканчиваем. Еще 2 минуты. Еще будут какие-то комментарии, чтобы кто-то увидел. Ладно, мы сейчас едем. Но он покажет нам новое это обновление, которое, надеюсь, нам понравится и нашим зрителям. И также повторяю вам 1000-й раз, ставьте лайки и пишите комменты насчет нового всякого обновления, да. Особенно, ну что нам добавить. Мы что это, 50 лайков будем нормально снимать. Да. Это требование, понятно вам. Ладно. Сейчас. 15 подписчиков. Сейчас мы едем. Что он нам хочет показать? Заметьте, что. Прикольно, наверное, быть админом. Сейчас спросим. Это тут насколько. О, смотрите, это что-то новое. Это что-то такое. Видите, сколько денег это стоит? Нифига. Так, а что это такое? Ну, типа какой-то прилавок оружия, наверное. Что-то показал нам. Там покупают преступники. Кстати, я хочу сказать, что это. Вот обратите внимание, хоть мы и школьники, и ведем себя нормально так, адекватно, почти. Крутых. Там такие, чтобы было не... Да, чтобы было не скучно, и было чем похвалить этот сервер. Ну, так вот, насчет голоса, блин, у меня нормальный голос, а видео он как женский звучит. Да не, ну вот это, самое что плохое, это у нас, что мы снимаем как-то тупо. Да, ну, а говорится, 50 лайков, и будем снимать нормально. Угу. И потом ставите лайки, ставите и ставите. Нам будет особенно полезно. Ах, человек неадекват. Ладно, давай-то сейчас я заканчиваю 3-ю серию снимаю. Заканчивай сейчас? Да. Стой. Не, 3-ю серию я буду писать. Пусть он остановится, чтобы я закончил. Пока.